Сейчас будет что-то детское, да. Что-то на детском. 3 минутки, поехали. Милану Хаметову. Мама, купи песика с маленьким круглым носиком. Глазки словно звездочки, хвостик знаком вопросика. Папа, купи песика с маленьким круглым носиком. Чтоб все говорили, а кто тут такой голосенький. Мама, купи маленький комочек для большой любви. Мама, ну купи, 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 купи. Я же умка, веду себя хорошо. В мире счастье на животике пушок. Да уже улыбка, чувство через край, край, край. Бегу по тропинке, мужчинячий рай, рай, рай. Вокруг люди себе тоже все хотят. В мире нет тех, кто бы не любил щенят, нет. Мама, купи пятика с маленьким круглым носиком. Глазки словно звездочки, хвостик знаком вопросика. Папа, купи пятика с маленьким круглым носиком. Чтоб все говорили, а кто тут такой холесенький. Мама, купи лапки мягче, вот ты ушки до земли. Мама, ну купи, 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 купи. Он выбрал меня. Мой вечный антистресс и прогоняет грусть. Все в ТикТок и в лайки за мной повторят. Этот новый танец маленьких щенят. Нет, мама, купи песика с маленьким круглым носиком. Глазки словно звездочки, хвостик знаком вопросика. Папа, купи песика с маленьким круглым носиком. Чтоб все говорили, а кто тут такой холесенький. Мама, купи. Многие просили, чтобы я купил тебе песика, да. И я решил сдержать свое обещание, и этот песик, это тебе, пусть он станет тебе другом. Это правда, Милан. Это не шутка. Сладость моя. Красотка. Это похоже. А ты не догадывалась? Нет? Ребенку до слез заведет. Господи. Грэдик, я сейчас выпала вообще просто с твоего коммента. Взрослый мужик с маленькой девочкой в кафе сидит. Ой, слушайте, вообще просто... Ой. Ну, что я вам хочу сказать? Подождите, я однозначно лично для себя что нахожу? Я прям уже вижу, как у меня дети 3-летние, значит, просто еще один хит в их в ушах звенит, и они мне будут встречать. А этот бит, нам мы будем танцевать под песика. Какие-нибудь еще движения им придумать осталось. Про пёсика с маленьким круглым носиком. И все, и вот этот хит, конечно, у нас залетит на работе. На моей танцевальной. Вот, я так чувствую. Ну а что поделать? Слава богу, клип не смотреть нам. Это вообще что? 5,4 миллиона. 5 миллионов и 4 миллиона подписчиков. Вот это уровень, понимаете? Это как бы кто что ни говорил, понимаете? Там дред слизанный, обсосанный или вообще что-то там. Перчик на мыле, на чипонька. Все хорошо у людей вообще, прекрасно. Кстати, откуда вот эта Милана Хаметова взялась? Она чья-то, понятно, что она чья-то дочка, только чья? Если вот знаете кто, господи, тоже девочка поет, распиаренная. Дочка этого... Из универа чувак вот этот, которого... Кузя, вот его дочка, она тоже поет детские песни под нее, и ее детские песни тоже когда искали, ну я для детей что-то танцевать находила, то есть много
Гагунский, да. Вот там как бы вроде понятно, но там он сам поет, как оказалось, очень прям очень. Ладно, и она, то есть вот, ну, не знаю, по стопам пошла. Кто вот это, откуда она, и почему она настолько распиарена, почему она сразу именно вылезла с этим давой постоянно? Вот эти невероятные, просто, наверное, мне кажется, на сплошной рекламе построенный этот весь клип. То есть здесь вот на самом деле, вот когда ты включаешь детскую песню, детский клип, хочется смотреть именно вот эту вот детскую непосредственность, какую-то вот искренность, наивность, а не мазафака, не маркетинг, не вот эту продажку всю. Что это? Так, сейчас, Милана Хаметова. Купи песик. Это, по-моему, новый трек, да? Какого года? А, 1 месяц назад. 9,3 миллиона просмотров, чтобы вы понимали. Купи песика. А, Милана Стар. Вот, Милана Стар. А, господи, подождите. Бэбики мне надо добавить, да. Вот. Это вот это Гагунского. Милана Стар. Откуда Хаметова это вылезло? Ну, не понимаю. Здесь Трасклер тоже просто. Я еще на самом деле, я честно отвечу, я не слушалась. Я сегодня полдня пребывала в таком лежачем положении, в состоянии, поэтому я послушаю, я тебе отпишусь по поводу того, что ты мне кинул. Так, ну все, пережили мы этот момент. 3,5 вот. Говорили, писали, что там вроде прилетело от вас. Ну, слушайте, чисто я поставлю не за клип, мне как бы это вообще... То есть умиление здесь намного меньше, чем хотелось бы, у меня вызвало, да? То есть здесь такой конкретно уже жесткий какой-то наигранный и на детском вот этом состоянии, да, наигранный пиар. Вот, и поэтому нет, мне не очень нравится. Но в силу того, что песня сама прикольная, я ее буду детям включать на работе. Ну, пусть будет вот так. Хотите донат? Нет! Но донат, у нас все прекрасно вообще с донатным треком. Вот. Так, Слава КПСС 2020 сейчас полетит. А я напоминаю, ребятушки, треки мы прослушаем как-то сегодня оперативненько. И вот кто хочет, чтобы мы послушали. Чтобы мы послушали трек в не очередь сегодня. Напоминаю, что сегодня слушаем только новогоднее настроение. То есть треки с новогодним настроением и по ссылам, и под текстом. Присылайте ваши донатики. И обязательно послушаем. А также надо поражать обязательно. Обязательно. Лайк. И подписаться на канал. Что? Все посмотрели, это не новогодний трек. Бунт. Клевер, я очень рада за тебя, что ты выздоровел. Точно, кстати, да. Я вот этот момент забыла. Ну, послушайте, я просто подумала, на самом деле, купи песика, я думала, это будет, я не знала, как это звучит, я подумала на то, что, не, ну, как бы, и то, что детское, купи песика, думаю, может быть, это как, ну, призыв к подарку на Новый год про песика.